Мы обращаем наши взоры к Тебе, учи нас. Guide our minds so we can understand Your will. Направляй наш разум, чтобы мы могли понимать волю Твою. So we would better know how to please You. Чтобы мы лучше знали, как угодить Тебе. This is our sincere desire. Это наше искреннее желание. And we thank You in Jesus' name. И мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. By now, I hope you're getting the impression that there's no point in asking for guidance if we are not committed to following where God leads. Ну, к этому моменту нашего исследования, я надеюсь, что... There's no point in asking for guidance if we are not committed to follow God's lead. Друзья, давайте мы сделаем тишину. Нет смысла нам искать воли Божией, если мы не приняли твердое решение и не посвятили себя, что мы будем следовать, что бы Бог от нас ни попросил. Someone might get on his knees. Кто-то может встать на колени свои. And pray, Lord, show me what to do that I might do it. И молиться, Господи, покажи, что мне делать, чтобы я шел этим путем. And God may come and reply, my child, here's what I want from you. И Бог может ответить, сын мой, вот что ты должен делать. Among the most dangerous resorts of pleasure is the theater. Следующая цитата. Среди наиболее опасных удовольствий является театр. There is no influence in our land more powerful to poison the imagination and to destroy the religious impressions. В нашем краю нет большей силы, которая настолько отравила бы воображение человека и уничтожила его религиозные какие-то впечатления, Now you notice, религиозные устои. You notice I am reading from the spirit of prophecy. Вы заметили, я читаю из Духа Пророчества. This is from Counsels to Teachers 334. Это цитата из книги «Советы учителям, родителям и учащимся», 334 страница. In volume 4 of the Testimonies 653. А в четвертом томе свидетельств 653 страницы. She says that the theater is the very hotbed of immorality. Она пишет, что театр является колыбелью разврата. And so the person might say, but Lord, I don't go to the theater. Но человек может сказать, о, а я не хожу в театр. I watch the movies at home. Я дома смотрю кино. Well, let me ask you a question. Задам вам тогда вопрос. Is it the theater or is it the movie that poisons our imagination? Так что, только театр, а фильмы не входят в эту категорию отравляющих наше сознание. The Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. Библия говорит, как человек мыслит в сердце своем, таков и он. When we are asking for guidance, когда мы просим Бога о руководстве, we're not only asking God whether we should buy a red car or a blue car. Мы просим Его не просто, не спрашиваем Его в таких вопросах, как покупать красную машину или голубую. God would like to guide us from earth to heaven. Бог желает нас привести с земли в небеса. And He cannot guide us to heaven without guiding us away from the world. И Бог не сможет нас привести в небеса сначала не уведя нас от мира. We are committed to following His lead where He will go. Мы посвящаем себя, чтобы идти за Ним, куда бы Он нас ни повел. And we cannot explain away His guidance. И мы не можем объяснить, почему Он так или иначе нас ведет. And we can do many of these things in every aspect of life. И это может происходить во многих сферах нашей жизни. We can explain away the spirit of prophecy, we can explain away the Bible. Мы не можем объяснить всего в Духе Пророчества, не можем объяснить всего в Библии. We can explain away God's diet for His people. Мы не можем... Once again.
I said we can explain away the Bible, we can explain away the spirit of prophecy. Can explain away. Okay. Yeah, we can explain. Прошу прощения. Мы можем найти аргументы, чтобы не следовать Библии, мы можем найти аргументы, чтобы не следовать духу пророчества, мы можем найти аргументы, чтобы не питаться так, как Бог нам предлагает. God has a special diet for his people. У Бога есть особое питание для его народа. But we can explain that away too. И мы можем от этого тоже, знаете, уйти. God will guide us in observing the Sabbath correctly. Бог может нас вести к соблюдению субботы правильно. But we can make excuses for what we do. Но мы можем найти извинения всему, что мы делаем в субботу. We can excuse the way we spend our money. Мы можем найти оправдание тому, как мы деньги свои расходуем. Sometimes we need to go and confess our sins to one another. Иногда нам нужно пойти и признаться друг перед другом в каком-нибудь грехе. But we only half confess. Но мы можем наполовину только признать свою вину. So the question this morning is, are we really being led by God? Do we want to be guided by Him? И вопрос заключается в следующем. Действительно, на самом ли деле мы желаем быть водимыми Богом? I have you turn in your Bibles to John chapter 10. Попрошу вас открыть Евангелие от Иоанна, 10 главу. I would like to have a short Bible study for a few minutes. Давайте небольшое библейское исследование сделаем на несколько минут. We're in John chapter 10, we're looking at verse 27. Итак, 10 глава Евангелия от Иоанна, 27 стих. Jesus is speaking and he says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Иисус говорит: "Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною." Now, if we are not following the voice of Jesus, если мы не слушаемся голоса Иисуса, then whose voice are we hearing? То чей голос тогда мы слушаем? Well, it is not his voice. Это точно не его голос. In verses 4 and 5, в текстах 4 и 5, when he puts forth his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. But a stranger they will not follow. За чужим же не идут. But will run away from him, for they know not the voice of a stranger. Но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. In Second Selected Messages, page 50, paragraph 3. Во втором томе избранных вестей на 50-й странице, третий абзац. The voice of a stranger is the voice of one who neither respects or obeys God's holy, just and good law. Голос чужого – это голос того, кто не уважает, не слушается Божьего святого и доброго и справедливого закона. Adam and Eve in the garden, Адам и Ева в саду, had been listening to God's voice. Слышали голос Божий. But one day God's voice said, "You must not eat from that tree, because in the day you eat from it, you will surely die." И однажды этот голос сказал им, что от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который вы вкусите от него, смертью умрете. And then one day a stranger came into the garden. И в один из тех дней в сад пришел чужой. In the form of a serpent. В виде змея. And the stranger said, "Did God say that you shouldn't eat from that tree?" И чужак сказал: "Разве подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?" And Eve said, "Yes, that's what he said." И Ева сказал: "Да, Бог так сказал." Oh, the stranger said, "He shouldn't have said that. The reason he said that is because he does not want you to eat, because you will surely be as God if you eat from that tree." И что чужак ответил? О, знает Бог, что в день, в который вы вкусите от него, то вы будете как боги, знающие добро и зло. So now she had heard two voices. И теперь она слышала уже два голоса. The voice of God. Голос Божий. And the voice of a stranger. И голос чужой. For sure, the voice of the stranger was inviting to disobey the voice of God. И чужой голос, несомненно, он побуждал не послушаться голоса Божьего. Which voice did she believe? Какому голосу она поверила? Чужому голосу. Huh? Why? Почему?
There is no reason. Ведь нет в этом логики никакой. The only reason that I can come up with, единственное объяснение, которое я могу дать, is that she obeyed the voice of a stranger because she wanted to. Она послушала голоса чужака, потому что она хотела его because послушать. She was tempted to. Потому что она была искушаема так поступить. Do you know what makes a temptation a temptation? Знаете, что делает искушение искушением? It's the promise that's in the temptation. В искушении находится обетование. There is always a promise in a temptation. В искушении всегда есть обетование. If there was no promise in a temptation, there would be no temptation. Если бы искушение не обещало бы нам чего-то, то оно не было бы для нас искушением. But the promise, the problem with the promise in a temptation, но проблема с обещанием, которое в искушении, is that it is always a lie. Что оно является лживым всегда. Because it comes from a stranger. Потому что исходит от чужака. I had a friend once. У меня был друг. She came to my office, she wanted to talk to me. И однажды она зашла в мой кабинет и хотела поговорить со мной. She was crying. И она плакала. Her husband had left her for another woman. Ее муж оставил ее и ушел к другой женщине. But she could not understand. И она не могла понять. Because the woman he went with was not as beautiful as she was. Потому что женщина, к которой он ушел, она не была такой красивой, как она. He said that she had been too controlling. Он сказал, что его жена была слишком такой контролирующей. But now he was marrying a woman that was 10 times more controlling. И теперь he was marrying a woman. И теперь он выбирает ту, которая еще в 10 раз больше властна. And she couldn't understand. И она не могла понять. And I had to help her to see. И мне пришлось помочь ей увидеть. That the devil had to dangle in front of her husband a temptation. Что дьявол, как бы, ну, перед носом его мужа искушением помахал как приманкой. And the temptation had to look better than what he had. И искушение это должно было выглядеть лучше, чем то, что он уже имел. But it could not be better. Но оно не может быть лучше. Because the devil never gives us anything better than what we have. Потому что дьявол никогда не может нам дать лучше, чем то, что мы уже имеем. He is always trying to destroy us. Он всегда пытается уничтожить нас. So he takes something that is worse. Поэтому он берет то, что хуже. He presents it like it is better. Представляет его в лучшем свете. And then when we take it, и когда мы клюем на это, he uses it to hurt us. Он использует это же, чтобы причинить нам боль. This is what was happening to her husband. Вот что случилось с ее мужем. He went for another woman that was worse than the one he had. Он пошел к другой женщине, которая была хуже, чем его первая жена. It is the promise in the temptation that makes the temptation a temptation. Именно обещание, которое есть, или приманка, которая есть в искушении, вот она привлекает нас в нем. But the promise is always a lie. Но это обетование в искушении всегда лживо. Now today you are very fortunate. Сегодня вы все здесь счастливчики. Because today you know this. Потому что мы это уже знаем. And now when you are tempted, и теперь, когда вы будете искушаемы, you will look at the temptation and вы say, посмотрите на искушение и скажете, it looks good, but I know it is a lie. Да, оно выглядит неплохо, но знаю, что там подвох. So now I will not fall for the temptation because I know. И поэтому теперь я не поддамся искушению, потому что я знаю. Is that true? Так или нет? I wish. Я бы желал, чтобы так было. John chapter 18. Иоанна 18 глава. And we're looking at verse 37. Прочтем 37 стих. Pilate therefore said to him, Пилат сказал ему, are you a king then? Итак, ты царь? Jesus answered, you say that I am a king, to this end I was born. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь, я на то родился. For this cause I came into the world. И на то пришел в мир. That I should bear witness to the truth. Чтобы свидетельствовать об истине. Everyone that is of the truth hears my voice.
всякий, кто от истины слушает голоса моего. Now who is it that hears the voice of God? Кто слушает голоса Божьего? Well, they are the people that are of the truth. Те, кто от истины. But what does it mean to be of the truth? А что значит быть от истины? Well, Jesus said. Иисус сказал. In John 14:6. В 14 главе Иоанна 6 стихе. I am the truth. Я есть истина. I am the way. I am the life. Я есть путь и истина и жизнь. No man comes to the Father but by me. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. And so, if I am of the truth, и если я от истины, then it means that I am of Jesus. То это значит, что я от Иисуса. I come from Jesus. Я от Него исхожу. I come from God. Я от Бога. If you go to John chapter 1, если открыть Иоанна 1 главу, and we look at verses 12 and 13, и рассмотреть с 12 и 13 стихи, But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Which were born of God, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but they were born of God. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. If we are of the truth, если мы от истины, the Bible says we will hear His voice. Библия говорит, что мы будем слышать Его голос. If we are of the truth, the Bible says it because we are born of God. Если мы от истины, то Библия говорит, что мы рождены от Бога. Everyone that is born of God hears the truth. Каждый рожденный от Бога слышит истину. If we do not hear the truth, если мы не слышим истины, what does that show? Что это показывает? That we are not born of God. Это говорит о том, что мы не рождены от Бога. That we are not born again. Что мы не рождены свыше. If you go to John, 1 John. Первое послание Иоанна. Chapter 3. Третья глава. And I believe we're going to look at verse 9. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. Whoever is born of God does not commit sin. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. For his seed, that is Jesus, remains in him. Потому что семя его, то есть Иисус, пребывает в нем. And he cannot sin because he is born of God. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Isn't that an amazing verse? Разве это не удивительный стих? Go back to John chapter 8. Давайте снова возвратимся к Евангелию от Иоанна, 8 глава. And we're looking at verse 47. И прочтем 47 стих. He that is of God hears God's words. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Ye therefore hear them not. Вы потому не слушаете. Because you are not born of God. Что вы не от Бога. Wow. How is it with you? Как насчет вас? Are you born again? Рождены ли вы свыше? Are you born from above? Рождены ли вы от Бога? Are you born of God? Рождены ли вы от Бога? If we are born of God, we hear God's word. Если мы рождены от Бога, то мы услышим Божье слово. And His word is the thing that leads us. А Его слово — это как раз то, что ведет нас. And we are guided by God from truth to truth, from the world all the way to heaven. И мы будем ведомы Богом от истины к истине. От этой земли к небесам. Now what I would like to do. А теперь, что я хотел бы сделать. Because we are studying the principles of guidance. Так как мы исследуем вопрос водительства Божьего. I would like to narrow it down now to five principles. Я бы хотел выкристаллизовать это водительство и привести к пяти принципам, пяти пунктам. Human beings like formulas. Люди любят простые формулы. We like to have a method. Нам нравится, когда вот есть определенный четкий метод. We like to be able to write things down. Point number one, number two, number three, and then we follow. Когда все по полочкам разложено, номер один, два, три, четыре. And it seems, следовать этому порядку. It seems to make things easier for us. Для нас это представляется таким легче. So now we've been talking about God guiding us. Итак,
До этого времени мы говорили о том, что Бог руководит нами. Well, God has a formula by which He can guide us. Да, и действительно, у Бога есть формула, благодаря которой Он может руководить нами. And He has given us this formula in His Bible. И Он дал нам эту форму в Библии. 5 points. 5 пунктов. If you have these 5 points, если у вас, если вы знаете эти 5 истин, you may be guided by God. То Бог сможет руководить вас. Now already we have been studying. This is lesson number 5. Да, это уже наше 5-е чтение. And so we know that we must commit our ways to Him, or we must commit to follow as He leads. И к этому времени мы уже знаем, что чтобы Он мог вести нас, мы должны полностью отдаться Ему, решиться идти. We already know that in order to be guided, we must do that which lies nearest at hand, and we must do it with all our hearts. Мы уже знаем, что чтобы Бог начал нас вести, нам нужно начать делать все, что мы только можем, в том месте, где мы уже есть. So we are already building on this thing. Поэтому мы уже начали эти пункты, значит, записывать. So let's see now what more we can add. Давайте теперь, что еще мы можем добавить? Point number one. Пункт номер один. Volume 5 of the Testimonies, 512, paragraph 1 and 2. Пятый том свидетельств для церкви, 512-я страница, первый и второй абзац. God reveals His will to us in His Word. Бог открывает нам свою волю через свое слово, священное писание. If you go to Psalm 73, если открыть 72-й псалом, you can look at verse 24 and it says the same thing. В 24-м стихе сказано то же самое. You will guide me with your counsel. Ты руководишь меня советом and твоим. Afterward you will receive me in glory. И потом примешь меня в славу. The counsel here is the word of God. Совет здесь означает Слово Божье. But you know already, not everyone loves the counsel that they receive from God. Но мы уже знаем, что не каждый человек принимает советы Божьи. People don't like to be told what to do. Людям не нравится, когда им говорят, что они должны делать. Even by God. Даже когда Бог это говорит. The greatest reason why people do not like religion. Самая главная причина, почему люди не любят религию, is because they say it is restrictive. Потому что религия ограничивает. It won't let me do what I want to do. Потому что религия не позволяет мне делать то, что я хочу делать. But friends, но друзья, God is only trying to guide us to heaven. Бог просто пытается привести нас в небеса. God is leading us by the way that is best. Бог ведет нас наилучшим путем. We think it is restrictive. А нам он кажется ограничивающим. Because we cannot drink what we want to drink. Потому we что, cannot eat what we want to eat. Потому что нельзя пить, что мы хотим, есть, что мы хотим. And we cannot do what we want и to мы do. Не хотим мы не можем делать то, что мы хотим. But it isn't wise to do what we want to do. Но это не мудро жить по своим желаниям. Proverbs chapter 1 verse 7. Притчи, 1 глава, 7 стих. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, of knowledge. Начало мудрости – страх Господень. But fools despise wisdom and instruction. Глупцы только презирают мудрость и наставление. So you and I do not want to be as fools. Конечно же, мы не хотим быть глупцами. We will not despise instruction. Мы не будем презирать наставление. We will allow the counsel of God and the word of God to guide us. Мы позволим Божьим советам руководить нами. So that's point number one. Это пункт номер один. Point number two. Пункт номер два. Volume 5 of the Testimonies, 512, paragraph 1 and 2. Там же, пятый том свидетельств, 512, первый и второй абзац. God's voice is also revealed in His providential workings. Его голос также открывается в делах Его провидения. But the quotation goes on to say, и цитата продолжает, that the voice of Satan is so disguised that it is sometimes accepted as the voice of God. Но сатана также маскирует свой голос таким образом, чтобы он был воспринят как голос Божий и чтобы увести нас с пути. Is it possible to accept the voice of Satan as the voice of God? Возможно ли перепутать голос Бога с голосом сатаны? But friends, или наоборот? Many people do it. Но вы знаете, многие люди именно так
и заблуждаются. Adam and Eve did it in the Garden of Eden. Ева поступила так в Эдемском саду. I had a friend one time. У меня был друг. He was in this work a long time. Он уже долгое время находился в нашем служении. Then he became the leader of an institution. И, наконец, он стал руководителем учреждения. As he was building up this institution, и когда он, значит, расстраивал это учреждение, there came to work укреплял with him another family. К нему в учреждение приехала одна семья. After some time, и через какое-то время, the wife of the other man, жена того человека, and my friend, и этот мой друг, they began to think that the first marriage they had was from the devil, and now they were going to get married, and this was from God. Они начали думать, что их первый брак и в том, и в другом случае был ошибкой от сатаны, значит, а вот они как раз принадлежат, предназначены Богом друг для друга, значит, они разорвут свой прежний брак. Whose voice were they listening to? Чей голос они слышали? It doesn't make any sense. Это бессмысленно. Even a 5-year-old and a 6-year-old and a 7-year-old will know that this is foolishness. Даже 5-6-7-летний ребенок может понять, что это глупость. This is not a marriage made in heaven. Это что такой вариант? Это не брак, благословленный небом. They took what God calls adultery. Они взяли то, что Бог называет прелюбодеянием. And they put a sacred name on it. И прикрепили к нему ярлык со святым именем. And they said they were listening to the voice of God. И сказали себе, что мы слышим голос Божий. Was it the voice of God? Был ли это голос Божий? No. Нет. No. Нет. I have another friend. Еще у меня один друг был. I've been helping this young lady to find her way to Jesus for years. Это была женщина, и я годы пытался помочь ей познать Иисуса. Finally, when she was 21, и в возрасте 21 года she moved in with a married man who was 40 years old. Она приехала с человеком, за которого вышла замуж, 40-летним. And this married man had 4 children. И у этого мужчины уже было 4 ребенка от and другого брака. They tried to say that this was the will of God. И они пытались оправдаться, говоря, что это воля Божья. Because she is my soulmate. Потому что она как бы подруга моей души. Она по душе мне. Whose voice were they listening to? Чей голос они слушали? It's not the voice of God. Это не голос Божий. Sometimes, иногда, we are in a position where we need to confess to each other. Иногда мы попадаем в ситуации, когда нам нужно попросить друг у друга прощения. But some people are afraid to confess. Но некоторым из нас очень трудно попросить прощения. Because they think that if they confess, the people will not respect them anymore. Потому что им кажется, что если попросить прощения, то тогда, то после этого его будут меньше уважать. But who is telling them this? Но кто такую мысль дает человеку? It surely is not the voice of God. Это точно не голос Божий. Because when we confess our sins, we build respect in the hearts of other people. Потому что когда мы просим прощения, и признавая свои ошибки, наоборот, нас после этого больше уважают. Sometimes we prefer to believe the lies that the devil speaks to our hearts. Иногда мы предпочитаем верить лжи, которую дьявол нашептывает нам. In the book Education, page 267. В книге «Воспитание» на 267 странице. Go ahead. We need to follow more closely God's plan of life. Нам следует стремиться следовать Божьему плану в нашей жизни. One. Это первый пункт. To do our best in the work that lies nearest. То есть первое. Делать все возможное в той сфере, которая нам ближе всего. We've already studied this together. Мы уже говорили об этом. Two. Второе. To commit our ways to God. Предать свой путь Богу. We've already studied about commitment. Мы говорили о посвящении. Three. Третье. To watch for the indication of providence.
следить за признаками его водительства. These are the rules that ensure safe guidance in the choice of an occupation. Это правила, гарантирующие надежное руководство в выборе занятий. There are circumstances surrounding every life. Каждая жизнь каждого человека складывается из различных обстоятельств. There are circumstances surrounding your life. Есть обстоятельства в вашей жизни. And God is using these circumstances to guide you. И Бог использует эти обстоятельства, чтобы руководить вами. The experiences He is giving you today is in preparation for what you must face tomorrow. Какие-то опыты в вашей жизни, которые вы переживаете сегодня, они необходимы, чтобы подготовить вас к завтрашним опытам. If we don't follow today what God wants us to do, если сегодня мы не следуем тому, что указывает нам его провидение, we will be ill-prepared for what we face tomorrow. То мы плохо будем приготовлены к тому, что ожидает нас завтра. It is important for us to study as life is unfolding around us. Поэтому нам нужно быть внимательными к тому, чему нас учит провидение каждый день. Because by the circumstances around us, God is pointing us to the future. Потому что через случаи, которые случаются с нами каждый день, Бог направляет нас в будущее. So now two things. Итак, две вещи. We are guided by the word of God. Нас направляет Слово Божье. And we are guided by God's providences every и day. Также указывает путь провидение Божье. Number three. Третий пункт. Counsels on health, page 562, paragraph 2. You don't have that one. Служение исцеления. Counsels on health, служение исцеления, 562 страница, второй абзац. The voice of duty is the voice of God. Голос долга – это голос Божий. It is an inborn, heaven-sent guide. Это встроенный в нас от рождения руководитель наш. Can you be guided by duty? Чувство долга, может ли оно нами руководить? Of course. Конечно. It's the voice of God. Это голос Божий. I was working at an institution. Я служил в одном из предприятий. Where we had a large farm. На котором, при котором была большая ферма. And we had many students. И у нас было также много студентов. And we needed all the students to work on the farm. И необходимо было, чтобы студенты работали на этой ферме. But when the school year was finished, но когда учебный год заканчивался, all the students would leave and go home. Студенты разъезжались по домам. And then many of the staff decided it was a good time to take a vacation. И в это же время сотрудники решали, вот это как раз хорошее время, чтобы взять отпуск. But it was not a good time to take a vacation. Но это было как раз самое худшее время, чтобы брать Because отпуск. There was lots of corn to hoe. Потому что нужно было кукурузу пропалывать. So my wife decided we needed to take a vacation. И моя жена решила, что нам нужно взять отпуск. But I said, no, we cannot take a vacation now. А я ей сказал, как? Сейчас мы не можем well, взять отпуск. She said, I am going to take a vacation whether you come or not. И тогда она сказала, ну, я тогда беру отпуск, берешь ты или нет, я все равно беру. So my wife left with the children and was gone for one month. И моя жена взяла детей и на месяц уехала. And they went on a vacation. И они поехали в отпуск. And I stayed behind and I hoed some corn. А я остался и пропалывал кукурузу. Now why did I hoe corn? Почему я полол кукурузу? Because I can hear the voice of God in the voice of duty. Потому что Бог говорил ко мне через голос долга. Is that important? Важно ли это? Yes. Да. So now we have the word of God. Итак, у нас теперь есть Слово Божье. We have the providences of God. У нас есть провидение Божье в обстоятельствах. And we have the voice of duty. И есть голос долга. Four. Четвертое. Volume 5. Page 512, paragraph 1 and 2. Пятый том свидетельств для церкви, 512 страница, первый, второй абзац. Another way in which God's voice is heard is through the appeals of His Holy Spirit making impressions upon the heart. Еще один путь голоса Божьего – призывы Его Святого Духа, влияющие на сердце. Can God lead us by speaking to our hearts? Может ли Бог руководить нами, обращаясь к нашим сердцам? Yes. Да. That's what it says. Вот
Это написано. But let me tell you something. Но скажу вам нечто. This is the weakest of all of God's methods of leading. Из всех Божьих средств, чтобы руководить нами, это наименее сильное. Do you know why? Знаете почему? Because every thought you get is not an impression from God. Потому что не каждая мысль, которая появляется у нас в голове, от Бога. Because the devil also is able to speak to us through impressions. Потому что дьявол тоже способен давать нам мысли. And you and I have to decide the thoughts we get, whether they are coming from God or from ourselves or from the devil or what. И нам приходится решать, это мысль от Бога или это мысль от сатаны. Acts of the или откуда? Acts of the Apostles, 279. Деяния апостолов, 279 страница. Impressions alone are not a safe guide to duty. Опасно, выполняя долг, руководствоваться только личным мнением. The enemy often persuades men to believe that it is God who is guiding them. Ибо враг часто заставляет людей поверить в то, что ими руководит Бог. When in reality they are following only human impulses. Тогда как на самом деле они действуют под влиянием минутного порыва. Well, now, how can we tell if it is the voice of God or the voice of an enemy? А как же нам распознать вот то побуждение, которое я имею, или мысль, от Бога или нет? Very, very simple. Очень-очень просто. To a farmer. Если фермер. You know, most farmers put fences around their farm. А вы знаете, что большинство фермеров ограждают свои угодья. I suppose it is the same in Ukraine as it is in America. Я думаю, что на Украине это точно так, как в Америке. We like to have fences around our property. Людям нравится, когда их территория ограждена. How can you know where to put the fence posts? Как вы знаете, где, как выставлять вот эти вот столбики для well, забора? Well, it is very easy. Это очень просто. If you have two fence posts in already, если вы установили уже два столбика, then all you have to do is get behind the two fence posts and it will tell you where to put the next one. То вы становитесь за ними, выстраиваете их в одну линию, и они вам укажут, где ставить третий. You can line up the third one by the two first ones. Вы можете по прямой линии выстроить третий, руководствуясь первыми двумя. And you can line up all the rest by the fence posts that are already in. И все остальные вы можете уже выстраивать по тем, которые уже есть. It is the same way with guidance. И точно так в вопросе руководства. If we have five keys to guidance, если у нас есть пять ключей к руководству от Бога, then we have to have two or three that are lining up together. То нам нужно иметь два или три, которые уже говорят одно. Now I'm going to share one more with you. Я еще к одному обращусь, кроме этих. That I did not have before in my study. Раньше я не упоминал его в этом исследовании. And you can turn with me to Proverbs chapter 11. Давайте откроем притчи 14 главу. And we're looking 11, прошу прощения. At verse 14. И посмотрим на 14 стих. And it is a young lady here who pointed that out to me yesterday. И этот стих, на этот стих указала мне одна женщина вчера. Proverbs 11, verse 14. Притчи 11:14. Where no counsel is, the people fall. При недостатке в их переводе совета падает народ. But in the multitude of counselors there is safety. А при многих советниках благоденствует. And so this is another method that God uses. Это еще один метод, который использует Бог. We may look for counsel from a multitude of counselors. Нам стоит искать совет у множества советников. But do you know what some people do? Но вы знаете, что некоторые люди делают? They look for counsel from a multitude of counselors until they find the counsel they want to hear. Они советуются со стольким количеством советников, пока не находят такого советника, который им по душе. This is not what it is saying. Этот текст не об этом говорит. When we choose our counselors, когда мы избираем для себя советников, we must not choose people who will agree with us. Мы не должны выбирать людей, о которых знаем, что они будут поддакивать нам. We must choose people who walk a straight line with God. Мы должны избирать тех, о которых знаем, что они идут
прямым Божьим путем. God's men and God's women have wisdom from God. Божьи мужчины и женщины имеют мудрость от Бога. And we, they will not tell you to go left if God says to go right. И они не скажут вам идти налево, если Бог говорит идти направо. They will be friend enough not to tell you what you want to hear, but what you must hear. Они будут достаточным для вас другом, чтобы говорить вам правду, даже неприятную. So this is the kind of counselor you must find. Вот таких советников вам нужно искать. So here we have it. Итак, вот здесь оно. The word of God. Слово Божье. God's providences. Божьи провидения. The voice of duty is the voice of God. Голос долга – это голос Бога. A multitude of counselors. Множество советников. And the impressions from the Holy Spirit. И впечатления или мысли от Святого Духа. When two or three of these agree with each other. Когда два или три вот этих вот пути соглашаются между собой. Then you know that you have guidance from God. Тогда вы знаете, что Бог может руководить. But if you are receiving an impression from the Holy Spirit. Но если вы получаете впечатление от Святого Духа. And the word of God does not agree. А Слово Божье при этом говорит другое. Then you must know that the impression is not coming from the Holy Spirit. То вы тогда точно узнаете, что это впечатление или эти мысли не от Бога. If you receive an impression you think is from God. Если у вас есть какое-то побуждение и вы думаете, что оно от Бога. But it's taking you away from your duties. Но этот порыв побуждает вас идти против вашего долга, then you know that it is not an impression from God. То вы можете точно знать, что эти побуждения не от Бога. And so if you sit with a multitude of counselors, и поэтому, когда вы сядете посоветоваться со множеством советников, and they tell you what you think is not right, и они будут говорить вам, что они думают, что неправильно может быть, it would be wise for you to rethink this thing. То если они указывают вам на какие-то проблемы, может быть, то обратите на них внимание и измените лучше свои планы. Потому что наши планы терпят крушение, чтобы дать место Божьим планам. You have 15 minutes and we will start at 11 o'clock on the dot, or 12 o'clock on the dot. Давайте сделаем перерыв и в 12 часов продолжим.